Let's go! Вау! Как много видов зубной пасты! Люси очень рада, и она хочет ее немедленно попробовать! Стоп! Не ешь зубную пасту! Смотрите, это новая паста с фруктовым вкусом! Зубная паста просто замечательная! Но интересно, как же ей пользоваться? Вот, у меня много зубных паст со вкусами. Хотите попробовать? Это самые популярные продукты в деревне. Ребята, фруктовые конфеты. Это паста со вкусом конфет. Можно ее съесть? Ее правда можно есть? Стоп! Зубную пасту есть нельзя. Смотрите на возможные последствия. Пока! Вот видите, если вы будете есть зубную пасту, у вас заболит живот. Нет! Мы поняли! Запомните, ребята, нельзя есть зубную пасту. Хватит пить газировку. Вульфу, не пей много газировки. Лучше попей воды. Газировка намного вкуснее. Какой большой диспенсер с Суперменом! Солнышко, пей больше воды. От этого вода вкуснее не стала. Интересно, что же придумал Вульфу? Оказалось, что Вульф решил заменить воду на газировку. И чтобы запутать маму, Вульфу приклеил цветную бумагу. Молодец, сынок. Почему у тебя столько отрыжки? Просто так. Хм.
Тебе известно, что пить газировку очень вредно. Ты можешь растолстеть. А еще у тебя испортятся зубы. Вы запомнили предупреждение мамы Вульфу про вред газировки? Я больше так не буду. Я буду теперь пить только воду. И иди быстрее в туалет, пока не уписался. Давным-давно, еще в начале времен... Четыре бога. На земле было четыре бога. Один из них – бог земледелия Пигги. Я самый лучший бог! А вот и бог огня Вульфу! Ты проиграл! Я самый сильный! Огонь! Огонь! Наконец, бог воды Пандо появился как раз вовремя. Оказывается, бог огня не такой уж и сильный. Бог ветра лучший. Нет, я самый лучший. Нет, я лучший. О, нет. Каждый бог считал себя самым сильным, и развязалась война. В результате земля раскололась на четыре части. Ты тоже можешь быть полезным. Мы должны объединиться. Ура! Наконец бог Вульфу понял все и позвал остальных трех богов, чтобы заново создать землю. Чтобы защитить землю, нам нужно объединиться. Да, мэм! О, нет! Первый полет Вульфу. Мама, мама! О, нет! Мама, мама! Мама, Вульфу боится летать? Вау! Так, сейчас я расскажу. Какая история у этого фото? Давайте узнаем вместе с Вульфу и Люси. О, нет! Мама! Что случилось? Этот самолет такой страшный! Может, мы поедем на машине? Папа! Поездка на машине займет много времени. На долгие дистанции самолет – это самый оптимальный вариант. Но ветер может сдуть самолет. И
может ударить молния. О, нет! Путешествовать на самолете так страшно, как думает Вульф. Не бойся. Это пассажирский самолет. Он стабильно летает. А еще в него не может ударить молния. Вау! А теперь посмотрим, каким был первый полет с Вульфу. Видите, летать на самолете очень безопасно. Вульфу поможет присмотреть за ребенком. Это не так просто, как ты думаешь. Хоть их и вдвое больше, я могу позаботиться о них обоих. Нянька – супергерой. Посмотрим, как супервульфу позаботится о своей сестре. Легко. Вау! Этот молочный дождь накормит детей на весь день. Видите, какой я крутой? Может обо всех позаботиться. Давай просто подождем. Поехали! Давай я! Не плачь! Боже мой! Что же делать Вульфу, чтобы успокоить Дженни? Тебе нужно быть терпеливее. Заботиться о детях не так легко. Да, ребята? Давай сыграем в игру. Супергерои в коробке. О, супергерои собираются вместе, чтобы разобраться с сумасшедшим доктором Пигги. Я покажу тебе свою силу.
О, нет! Три супергероя были заперты в трех железных ящиках. Вау, Люси такая умница! Но сможет ли она спасти трех супергероев? Слишком много ключей! Красный ключ, чтобы открыть мою коробку. Зеленый ключ подойдет маме. И желтый ключ легко откроет мою коробку. О, нет! Люси не способна различать цвета. Зеленый цвет моей кожи. Вспомнил логотип на моей груди. Он желтый. Трех супергероев Люси удалось их спасти. Но теперь трем супергероям придется вернуться к битве. Ребята, нам очень жаль. Что случилось? Я не понимаю, почему мои друзья злятся на меня. О, давайте посмотрим, что произошло между Вульфо и его друзьями в парке. Вперед! Быстро! Пегги постоянно дразнит своих друзей. Вульфо, ты разрушил мой замок из песка. Мне жаль. Ребята, верните мне замок немедленно. Быстро, бежим. Ты расстроил своих друзей своими действиями. Даже сделал ошибку не специально. Нужно извиниться перед тем, кого обидел. Ну что мне делать, чтобы помириться с друзьями? Вау, мама придумала, как Вульфо может измениться. Пигги! Что с тобой такое? Я беспокоюсь, что они слишком злы на меня. Мы рассердили наших друзей. Так что пусть принесут эти яйца в качестве извинения перед ними. Да, давай. Пандо! Это тебе. Пандо, извини. Оказывается, в яйце еще один подарок.
Спасибо вам. Готово. Нам жаль, что разрушили ваш замок из песка. Не сердитесь. Откройте его, пожалуйста. Ну, так все. Муфа, давай простим. Эй, что случилось с учительницей Кэт? Простите, учитель. Простите. О, нет. Осторожнее! Ребята, всегда убирайте свои инструменты после использования. Иначе это может быть очень опасно. Это правда? Простите, мы поняли. Дети, запомните совет Кэт. А ты умеешь кататься на роликах, как по телеку? Легко! Так, посмотрим на Вульфу. Стой, Вульфу! Стой! Вульфу, кататься на роликах в классе – это очень опасно. Учитель Кэт получила травму, защищая Вульфу. Чтобы не задеть никого другого, тебе нужно кататься на улице. Итак, Вульфу и Панду усвоили сегодня два урока. А вы? Грязная русалочка Люси. О, нет, русалочка Люси такая грязнуля. Люси, давай я расскажу тебе историю. Да. Смотрите, дети, сейчас история Вульфу поможет Люси. Принц Вульфу, я приглашаю тебя на свой праздник. Да. Принц Вульфу. Это русалочка Нэнси. Поверь мне, тебе у нее не понравится. Приходи лучше ко мне. Чувствую себя как дома. Принца Вульфу схватила грязная вода. О, нет!
Нэнси спасла Вульфу. Смотрите, как чисто у Нэнси дома. Тебе нравится? Очень. Поняла. Ура! Люси поняла, о чем история Вульфу, поэтому она быстро прибралась. Комар, улетай! Дети, я дома. Привет, пап! Комар пытается укусить папу. К счастью, Вульфу смог его вовремя остановить, но он не сдался. Что за план они обсуждают? Да! О нет, рой комаров! Что же делать Люси и Вульфу? В атаку! Люси, бери пылесос! В атаку! О нет! Пылесос такой шумный! Может, у Вульфа и Люси есть другой выход? Этот муляж похож на папу. Нужна маскировка. Теперь комары его не узнают. Комары попали в ловушку, ребят! Какие Вульфу и Люси умные, да? Привет, ребята! Вор зубов. Почему у всех нет зуба? Наши зубы когда-нибудь выпадут. Это значит, что есть вор зубов? Посмотрим, кто же вор зубов. Oh.
Береги свои зубы, Люси. Вор любит красивые зубы, как у тебя. О нет, если дело в этом, что же делать, Люси? Если бы у меня были некрасивые зубы, то вору они бы не были нужны. Интересно, что же сделает Люся, чтобы испортить зубы? Вау, Люся хочет покрасить свои зубы в черный. Но из-за того, что чернила плохо пахли, Люся решила съесть много шоколада. Да! Не пугай ее так. С возрастом молочные зубы выпадают, и их заменяют коренные. Иди почисти зубы, а потом я отвезу тебя к стоматологу.